Lavandowską, Polskiego Tamli, играла в квартете, они получили второе место. Они выступали на международном конкурсе имени Станковича, тоже с квартетом, получили, фортепианным квартетом играли, два рояля, 8, получили первое место. И она дипломант областного конкурса фортепианных пианистов старших классов в городе Ужгород. В исполнении Анечки вы услышите богатырь композитора Роскомнадзора.